Решение проблемных вопросов оперативно. То, на чем акцентируют внимание ответственные лица республиканской рабочей группы. На этот раз общественный прием провели и в Кашкадаринской области. О его результативности расскажет Шухрат Шакиров. Вопросы разные, и каждому из них отдельный подход, чтобы принять самое оптимальное решение. Деятельность, созданная по поручению главы государства республиканской рабочей группы в Камашинском районе Кашкадари, расположенном в 55 километрах от города Карши, строится на основе курганского опыта. В основе практических мероприятий тщательное изучение и анализ поступающих обращений граждан в процессе выездных общественных приемов в Махаллях, результаты подворового обхода. Возвеличивание чести и достоинства человека – главная идея общества. И ей подчинен каждый практический шаг, обуславливающий проводимую последовательную политику в этом направлении, что, в свою очередь, служит повышению активности каждого соотечественника в этом процессе. Мы видим, как посредством широкомасштабных созидательных работ все вокруг обновляется, меняется сознание, мировоззрение людей. После изучения вопросов, волнующих жителей исхода граждан Махалли Самарканд, в село завезли еще один новый трансформатор. Вместо старых деревянных опор линии электропередач устанавливают железобетонные. 2 километра дорог покрыли песчано-гравийной смесью. Такой работой по приведению в надлежащее состояние внутренних дорог охвачены и такие махали, как Сарбозор, Бобуртепа, Ойнаколь. Нуждающимся семьям доставили уголь по доступным ценам. Исходя из потребностей населения, обновили баллоны с сжиженным газом, провели технический осмотр газовых приборов. Руководители, бывают даже в самых отдаленных местностях, интересуются проблемами населения и принимают все необходимые меры по их решению непосредственно на местах. В Камаши не было ни одного производственного объекта. Теперь же построили 2 текстильных предприятия. Организованы сотни субъектов предпринимательства. Народ очень благодарен, видя такие перемены, создаваемые условия. Вместе с тем на местах организовали углубленные медицинские осмотры населения с привлечением опытных специалистов и современного медоборудования. Оказывается, практическое содействие в оплате за счет внутренних возможностей учебных контрактов студентов вузов из семей, пребывающих в сложных социальных условиях. 3 общеобразовательным школам района выделили 84 солнечные панели. Установка в каждой из них по 28 единиц такого оборудования на 15 кВт-час позитивно отразится на бесперебойном обеспечении ресурсом. Это является практической работой по исполнению поручений президента касательно расширения использования возобновляемых источников энергии, которые он дал во время селекторного совещания в Андижане. Это создает большие возможности по дальнейшему повышению качества образования. Согласно данным, предоставленным штабом республиканской рабочей группы, изучением охвачены более 52 350 домохозяйств, 60 сходов граждан Махалли и свыше 1170 социальных объектов Камашинского района. Об итогах, проводимых в этом направлении мероприятий, мы расскажем в наших последующих репортажах.